Когда-то этот город лучился энергией. Темный и опасный. Но такой живой и прекрасный. Теперь он стал другим. Поначалу все менялось незаметно. Кто-то этого не заметил, а кто-то просто принял перемены. Они выбрали комфортную жизнь. Другие нет. И те, кто не подчинился, были выброшены на обочину. Стали вне закона. Они наши клиенты. Мы называем себя бегущими. Мы существуем на грани реальности и ее блика. На грани отражений. Мы избегаем неприятностей, чужих глаз. И копы не сильно нас достают. Бегущие видят город иначе. Мы видим поток. Крыши превращаются в дороги и перекрестки. Ловушки и тупики. Пути к спасению. Поток заставляет нас бежать. Он же помогает нам выжить. Пора потренироваться, а, Фейт? Да, я знаю, ты этого не любишь. Но после того падения нужно восстановить форму, иначе в городе ты пропадешь. Да еще, ты же не в курсе. Как тебе эта новая площадка? Неплохо, правда? Селеста завершает твою обычную пробежку, поэтому повторяй все за ней, хорошо? Привет, Фейт. Снова в бой, а? Не думала, что так скоро тебя увидишь.
Мерк хочет, чтобы мы устроили спарринг, Фейт. Ну, ты его знаешь. Готова? Давай, начали. Итак, Фейт, перейдем к обезоруживанию. Глядишь, пригодится. Фейт, если уж и лезешь в драку, то старайся отрезать их и разбираться по одному. Хватит тренировок, девочки, пора за работу. У Дрейка для тебя задание, Цел, он уже ждет. Фейт, дай мне знать, когда будешь готова к проверке. Пока, Фейт. Оценили свою болтовню, Фейт. Стрелец уже рвет и мечет. Она почти у антенны. Всего лишь передай сумку. Остальное ее забота. Вертолет новостей засек копов, и они направляются к тебе. Немедленно беги оттуда!
Я подключаю Селесту. Сэл, ты тут? Какого черта происходит? Я слышу выстрелы, да и птички стали слишком любопытны. Фейт уже рядом, приготовься. Впереди копы, ты должна прорваться через них. Атакую объект. Двигай к Селесте, к вам направляются еще копы. Давай же, Фейт, копы на хвосте. Эй, кидай мне сумку. Так, пакет. Осторожней, они не шутят, Сэл. Началась пальба. Чего ты там натворила, Фейт? Ничего. Они просто начали палить. Что же, черт возьми, происходит? Я порасспрошу людей. Тащи свой зад обратно на базу, Фейт. Повторите, офицер Коннорс! Направляюсь к Поупу, Роберту Поупу. Он заявлял о взломе на прошлой неделе. 56-я Вест Арланд Драйв. Сообщите лейтенанту Миллеру. Принято, офицер Коннорс! Коннорс, конец связи. Привет, сестренка. Ты там, малышка? Да, Мерк. Курю, сидишь и слушаешь их болтовню. Сам знаешь. Ты ж попробуй вздремнуть. У нас был тот еще денек. Постараюсь завтра узнать, что нашло на копов. Отчего у них пальцы на курках зачесались. Я заскочу попозже, хорошо? И не раздави пиццу. Мне нравится, когда она пышная. А, понятно. Пока, Мерк. Всем подразделениям прибыть на 56-ю Вест Арланд Драйв. Соблюдать осторожность! Мерк. На связи. Подключай канал, следи за мной. Почти на месте. Как решишь сообщить мне, где ты и что, черт побери, происходит, я весь внимание. Это моя сестра. Ладно. Посмотрю, можно ли что-то выяснить. Погоди немного. Итак, Дрейк говорит, на Вест Арланд поднялся шум. Там офис Поупа. Туда-то нам и надо, но без глупостей, черт его знает, чем ты столкнешься. Ты же знаешь, что он баллотируется в мэры? Наконец-то в городе появился хоть кто-то, способный очистить это болото. Thank you.
Подумываете отвезти детишек в галерею Нью Эдем? Не забудьте остановиться перекусить в ресторане «Райские кущи», расположенном на втором этаже за клумбой слева. «Райские кущи» – каждому седьмому гостю яблоко в подарок. Кейт, что ты здесь делаешь? Что случилось? Это ты? Нет! Так ты его не узнаешь, да? А должна? Это Роберт. Роберт Поуп, папин приятель. Черт, тут Поуп. Он позвонил мне. Мы почти не общались с тех пор, как я стала копом. На прошлой неделе к нему вломились. Он ведь баллотируется. Ты не читаешь новости? Это уже не новости. Это реклама. Он избирался в мэры. Значит, взлом должен был сильно напугать его. Я тоже так подумала. Но вот что странно. Он рассказал мне о взломе, попросил прийти, а потом спросил о тебе. Я не видела его, наверное, лет 10. Как бы там ни было, он был еще жив, когда я приехала. Сидел за столом, что-то писал, а затем я отключилась. Когда пришла в себя, он был уже убит. Уверена, из моего же пистолета. У него на столе был ежедневник, он исчез. Не знаю, был ли кто-то еще в здании. Я оставила рацию в машине, даже не успела еще ничего сообщить. Ясно. Пошли со мной. Отведу тебя в безопасное место. Сейчас не время бежать! Я не такая, как ты! Бегство только подтвердит мою вину! Думаешь, это случайность, Кейт? В этом городе нет места случайностям. Кто-то хотел убить его, а из тебя сделать козла отпущения. Помоги мне. Эйфи, пожалуйста. У тебя есть знакомые. Тут что-то очень серьезное. Что-то, о чем он знал, о чем хотел рассказать мне. Я не могу влезать в это, Кейт. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Отлично. Я не могу. Копы на подходе, Фейт. Думаю, ты захочешь свалить оттуда через... Ага, сейчас. Я попробую, Кейт, окей? Если начнутся проблемы, найди лейтенанта Миллера, моего начальника. Расскажи ему все, что знаешь. Я серьезно, Фейт, они шутить не будут, ты понимаешь? Проваливай оттуда! Уходи! И Фейт, спасибо за все. Черт! Убирайтесь из здания, Фейт, скорее! Спецназ взял тебе на хвост, Фейт, убирайся оттуда! Тут должен быть выход через финансовый отдел. Вытащить тебя оттуда.
можно перевести дух. Черт, ничего себе. Не могу поверить, что Поп убит. Гадство, чертов город. Так ты знала его, да? Зато в этой ты умудрилась влезть в осиное гнездо. Иди к мосту на той стороне авеню, потом чеши Центурион Плаза. Срочный выпуск City News. Прокурор Роберт Пул платил. Засек несколько машин с копами, едут к тебе. У тебя мало времени. Они пытаются окружить тебя, Фейс. Пробей всех в плазе. Они идут на перерез тебе, Фейс. Прорвись через них, скорее! Ты должна пробиться к плазе, Фейс. Есть один проход по туннелям, что перед тобой. Захни поглубже и продолжай бежать, Фейк. Тебе не понравится то, что у тебя за спиной, Фейк. Держи темп. Пуск эстакады должен быть где-то впереди у плазы. Крик будет на другой стороне, он выведет тебя. Впереди копы, детка. Их по одному, поняла? Забирайся на эстакаду, это единственный выход. Оторвалась от них, подключаю Крига. Фейс, давай-ка вытащим тебя. Ну ты как? В порядке? Ты молодец, Фейт. Я еще не разобрался, от чего у копов зачесались пальцы на курках, но узнаю. Какого черта, Мерк? Что-то заставило кого-то напрячься, малышка. Я не знаю, что именно, но тут запахло жареным. Привет, Цел. Тяжело было от них оторваться. Не, копы не поймают и собственные задницы. Но у них появилась привычка палить во все подряд. Радио не затыкается про убийство Поупа. Копы бегают как ошпаренные. Что на них нашло? Наверное, кто-то вставил им пару пистонов. Ты осторожней там, Цел. Так отчего вся чехарда? Наша девочка увела улику с места преступления. Теперь, похоже, каждый коп в городе хочет поймать ее. Это та улика, что ты слямзила? Ага. Кажется, это слова из дневника. Все остальное пропало. Все, что я разобрала, это слова Икар и самой высоте. Икар — это грек какой-то, да? Точно. Его папаша смастерил пару крыльев из перьев и воска. Затем пацан подлетел слишком близко к солнцу. Нет крыльев, нет Икара. Если кто что-то и слышал, ты знаешь, кто это, Фейт. Да уж. Я знаю, что он уже не бегущий, но у него есть связи. Ты не можешь избегать его вечно. Поспорим? Ты о ком? Джек Найф. Дрейк засек, где спрятался Джек Найф. Он на одной из крыш, на бывшей тренировочной площадке бегущих возле дождевого коллектора. Правда, там все кишит копами. Продолжается расследование по каналу дела Хэмптон-Таун и кандидата на пост мэра Роберта Поупа, найденного мертвым в своем офисе. Полиции удалось задержать одну подозреваемую, а в городе объявлен розыск второй молодой девушки, скрывшейся с места преступления незадолго до приезда полиции. Оставайтесь с нами.
стороне должен быть выход. Правда, высоковато. Или не попадайте им на глаза, но главное, сваливай! Внутри, сваливай оттуда, Фейс! Сваливай оттуда, Фейс!
Джек Найт может знать что-то о смерти Поупа, только не давай ему злить тебя, лады? Ну, когда-то он был неплохим бегущим. Сейчас даже не знаю, на кого он работает. До него добраться.
Я знаю, зачем ты пришла, детка. Лучше скажи, как Икар связан с убийством Поупа, Джек. Я слышал, это все копы. Значит, и ослышался. Тебе нравится борьба, Фейт? Поуп был фанатом, серьезным. Он даже взял бывшего борца себе как личного охранника. Трэвиса Барфилда. Когда-то тот выступал под именем Роббер. А мне-то что с того? Роббер, ну, он обычный головорез, которому улыбнулась удача. Но иногда люди забывают, где их место. Всегда пытаются заплыть поглубже. Не думай, что есть рыбы и покрупнее. На твоем месте я бы хорошенько расспросил этот кусок дерьма. Удачной охоты, Фейти. Слушай, не уверен, что стоит идти к этому Роуберну. Хочу навестить Миллера. Фейт, что ты делаешь? А Джек, найди ему, расскажешь. Не сейчас. Он коп. Что бы ни говорила Кейт. Видишь его? Да. Он идет к своей машине. Лейтенант Миллер? Я Фейт. Кейт моя сестра. Не знал, что у нее есть сестра. Мы не любим говорить о семье. Она просила найти вас, если дела пойдут скверно. Ее арестовали. А ты, случайно, не та подозреваемая, которая скрылась с места преступления? У меня проблемы с памятью, когда на меня наставлен пистолет. Я знаю, чего от тебя ждать. Вы в курсе, что ее подставили? Я знаю, Кейт не способна на такое. Но у моего капитана к ней есть несколько серьезных вопросов, а сам я не могу даже увидеться с ней. Вам что-то известно о штуке, называемой Икар? О чем? Он упоминается здесь. Это было в руке Поупа. Думаю, это из его дневника. Ты забрала улику? Кейт, вся моя семья. Копы в тюрьме долго не живут. Если ее посадят, это будет то же самое, что смертный приговор. Я не буду тебе мешать. Я многим обязан, Кейт. Но есть люди, для которых ты проблема, и тут я не в силах помочь. Тебе придется быстро бегать. В этом мне нет равных. International Shipping возле метро Райден Парк. Там должен быть большой щит наверху здания, ориентируйся на него. Слушай, я как-то видел бой Роуберна, он сломал руку своему сопернику, а потом и судью размазал по рингу. Если Роубер действительно замешан в убийстве Поупа и подставил Кейт, он будет драться, а не болтать. Без никотиновые сигареты и другие спиртные.
Значит, Роуберн что-то знал, а? Интересно, с кем это он встречается. Слушай, сбрасывай копов с хвоста и возвращайся на базу. Придумаем, как бы тебе устроить встречу. Внимание, засек копов, движется к тебе. Должно быть, ты запустил открытую сигнализацию. Убирайся, быстро!
здесь Дрейк обустроил тебе берлогу. Дуй к кранам, а я буду корректировать твой маршрут по дороге. Осторожно, Фейт, приближается вертолет копов.
Получила сигнал от своей мамочки и отваливает. Правда, думаю, ненадолго. Слушай, передай кое-что Миллеру. Мне надо с ним снова встретиться. Черт! Я получил твое сообщение. Я следила за Роуберном. За кем? За Тревисом Барфилдом, главой безопасности Поупа. Думаешь, он убил Поупа? Возможно. И он точно подставил Кейт. И в его планах было, чтобы погорел кто-то из копов. Я слышала, он упоминал проект Икар. Барфилд очень опасен, Фейт. Тебе не стоит с ним связываться. Подставив мою сестру. Извини, Фейт. За что? За все. Я тоже не хочу, чтобы Кейт пострадала. Но у нас объявилась одна частная охранная фирма, здорово все осложнившая, для поддержки порядка, как они говорят. Они просто дышат нам в затылок, выжидая, чтобы мы облажались. И они отстанут от нас и от Кейт, только если я выдам... Меня? Да. Сейчас для меня важна только Кейт. Поэтому я собираюсь отпустить тебя, а ты... Но если ты еще хоть раз наставишь на меня пушку, я тебя убью. А сейчас, как мне кажется, я оказываю городу услугу. Вижу птичку, летит к месту встречи, которое называл Роуберн. Ты думаешь, это приятель Роуберна? Могу ошибаться, но похоже на копов. Да и многие ли могут заполучить свои лапы вертолет в этом городе? И многие. Эй, лучше поторопись, если хочешь достать их. И держись подальше от улиц, вокруг полно копов. Настоящий лабиринт, к тому же безлюдный. Не случайно Роуберн выбрал его. Но если им понадобилась птичка, думаю, встреча будет где-то на крыше. Тебе надо найти путь наверх.
еще не перелезла? Это значит нет. Как чувствовала, что копам нельзя доверять. Так он с Роуберном заодно. Спорю, он участвует в этом икаре. Посмотрим, что мне расскажет о Попе и Кейт. Лучше начинай говорить. Я вижу, как вспотели твои ладони. Ты подставил Кейт Коннорс, так? Чёртова тварь! Нужен был именно коп, да? Ты ни хрена не услышишь! Кто пришил Поупа, ты? Нет! Я нанял одного... Кто? Профессионала! Я встречаюсь с ними завтра в 2 дня. Атриум галереи в центре. Ты сразу их узнаешь. И что за дела с Миллером? А ты любишь совать нос куда не следует? Вытащи меня. Осторожно, Пейн. Только учуди что-нибудь, мигом сброшу. Понял, понял. Черт, Мэр, тут кто-то стреляет. Они шлепнули Роуберна. Какого? Конец вечеринки, копы на подходе. Пейн, сваливай оттуда.
устойчив. Судя по всему, копы отстали пока что. Похоже, перекрыли станцию Райдинг Парк, затеяли там какой-то ремонт. Ого, копы спускаются в метро. Ты должна уходить глубже, Фейт. Отрезаем ее! Перекрыл вход! Окружить платформу! Пытаются отрезать тебя. Готовься к драке. Вижу подозреваемых. Атакую объект. Не стой столбом, Фейт! Теряю твой сигнал. Пошли! Пошли!
Копы тормозят все поезда в туннеле. Сзади приближается еще один. Убирайся оттуда. Отличная работа, малышка. Нет слов. А если будут какие-то проблемы, средство сейчас рядом. И сможет прийти на помощь. К чему ты клонишь? Убийца. И что? Это убийца Поупа. Он будет завтра в галерее Нью-Эдем. Хочу встретиться с ним. Фейт, зачем тебе это? Это не твоя драка. Ну, не знаю, заляг на время на дно. Когда я была ребенком, я не замечала, что происходит со старым городом. Мои родители замечали. И они считали, что им есть что защищать. Мама и папа были друзьями Поупа, организовывали протесты, давили на мэра, таскали меня с сестрой на митинги. Тогда я не понимала, зачем. Какой в этом был смысл? Мерк сказал, твоя мама умерла. Ее убили во время городских погромов, в которые перерос один из маршей. Ничего себе! Потом все пошло наперекосяк. Папа так и не простил себя, а я... В общем, вскоре я сбежала из дома. Наверное, я тоже не могла его простить. И тогда ты встретила Мерка? Он поймал меня, когда я влезла в его нору. Да ну? Он никогда не рассказывал. Он предложил мне стать бегущей, казалось, это был шанс уйти с улиц. Больше все равно нечего было делать. То, что ты сейчас делаешь, Фейт, это верный способ нарваться на пулю. Они втянули в это мою сестру Цел. Я должна очистить ее имя. Я ей многим обязана. И я выживу. У меня это неплохо получается. Выжить этого мало. Надо еще обустроить и саму жизнь. Эй, не хочешь пойти со мной завтра? Мне пригодится твоя помощь. Не могу. Дрейк нагрузил меня работой и говорит, что я расслабилась. Слушай, мне уже пора. Ладно, скоро кому-то снова захочется пострелять в меня. Давай, пока. Фейт, удачи. Галерея Нью-Эдем должна быть впереди. Только будь осторожна, мэр Каллаган проводит встречу с избирателями в нескольких кварталах оттуда, и все дороги будут перекрыты полицией.
Ugh!
Ауберн планировал встретиться со своими дружками в Атриуме, да? Ну вот он, Атриум, прямо перед тобой. Черт! Чертова рация сходит с ума, уходи немедленно! Ah!
еще одна дверь, и ты сможешь убраться оттуда. Похоже, наш маленький приятель вернулся. Думаешь, он убийца? Я не знаю, но думаю, найду того, кто в курсе дел. Что ты решила заглянуть? После небольшой стимуляции Роуберн разговорился и поведал о встрече, назначенной с убийцей Поупа в торговой галерее. И ты думаешь, это я, да? Но когда я туда добралась, угадай, кто меня ждал. Без понятия, Фейт. Я туда хожу только за пирожными. Сильно разозленные копы. Ты случайно не знаешь ничего об этом, а? Нет, Фейти. Это был не я. Вообще, если бы я хотел твоей смерти, я бы просто убил тебя сам. Не думаешь так? Ты прав. Тупица вроде тебя не смог бы организовать все это. Ну, не надо быть бухой. Роуберн мертв. Не думай, что есть рыба и покрупней. Это не я. Он возглавлял охрану Поупа целых 5 лет. О, это я давно знаю, Мерк. А толку? Все как и раньше. Но, боюсь, я вынужден закончить нашу неожиданную встречу. Куча дел. Сама понимаешь. Постарайся, чтобы тебя не шлёпнули. Мерк, можешь не притворяться, что ты не подслушивал. Как дела? Поищешь что-то на Пиранделло Крюгер Секьюрити? Момент. Зачем тебе? Видела название этой конторы, когда была в офисе Роуберна. И кое-где еще. Броский логотип. Нашел что-нибудь? Только то, что ожидал. Сигнализации, заборы, бронированные машины, частная охрана. Они делают мир безопасным, наверное. Где они базируются? Несколько офисов по городу и новый офис в районе доков. Сбрось мне адресок. Хочу наведаться в гости. Направляйся к зданию со знаком большой дурацкой собаки. Войдешь через погрузочный док. Патруль, что у вас?
Роберта Поупа. Вторжение в районе погрузочного дока. Всем свободным подразделениям немедленно прибыть на место. Думаю, я нашла нервный узел, Мерк.
заряженный тренажерный зал. Дрейк? И чему же их тренируют? Можно подумать, в городе есть что-то, что еще не задавлено налогом, запрещено или взято под контроль. Что же еще осталось? Мы. Мерк, доставай свою пушку. Ты же знаешь, она всегда рядом, а что? Все это тренажерный зал, Мерк. Этот проект Икар. Пиранделла Крюгер создан не для усиления полиции. Их натаскивают для охоты на нас, на бегущих. У тебя там все тихо? Тихо, как в могиле, только я, пара птичек, да лучше на черном рынке железа. Это он? Он? Парень, которого я видела в торговом центре. Только что мелькнул на мониторе на палубе корабля в доке. Слушай, ты уже достаточно сделала, оставаться здесь лезть на рожон, так что уноси отсюда свою драгоценную попку. Рации полный комарда. Копы узнали, что ты здесь. Уходи оттуда. О, чёрт! С этим парнем. Малышка. Это он убил Поупа, Мерк. Думаю, там может оказаться очень жарко. Да и пытаться пробраться на лодку своим ходом тоже слишком рискованно. Тебя точно засекут. Надо найти способ прокрасться незаметно.
Фейт. Скорее, пока не стоят. На кой черт им корабль? Без понятия. Может, оружие перевозят, но он как-то связан с этим Икаром. Слушай, иди сразу к палубе. Ты же там видела этого парня? Как только найдешь его, вытряхни из паскудника все ответы и сваливай. Это место просто логово копов, так что будь готова к драке. Обычные сети iNews будут первыми освещать это событие. Немедленно сообщать о нем. Три,
Рэй говорит, в твоем районе есть кто-то из бегущих. Сообщает, что на корабле куча народу, но вроде как он видел нашу Белоснежку на верхней палубе. Должен быть проход к верхней палубе, рядом с автомобильной палубой 6. Не тормози. Thank you.
отпустила его. Я пыталась тебя предупредить. Мне жаль. Тебе не стоило во все это лезть, Фейт. Оставить все, когда оставила свою семью. С бегущими покончено. И Кар — это только начало. А я хочу жить, Фейт. Не просто выживать. Почему Пол? Его компания пользовалась поддержкой, но он совершил глупость. Стал угрожать не тем людям. Очень серьезным людям. Он и знал об Икаре. Вот почему тебя послали убить его. Выбора не было. Мне жаль насчет Кей. Не знала, что она твоя сестра. Даже не спрашивай, окей? Я услышал все, что надо, малышка. Слушай, Крик говорит, что Кейт только что осудили. Что уже? Чудеса программы быстрого правосудия. Ее признали виновной. Естественно, признали. Конвой повезет ее в тюрьму менее чем через час. Дрейк спрятал для тебя винтовку возле здания СССР. Сейчас набросаю маршрут. Все, выдвигайся.
исчезания склада, о возможных человеческих жертвах и информации нет. Она спрятана над атриумом, но ты достанешь. В течение ближайшего.
Тут должен быть вентиляционный канал. Быстрый путь к позиции для стрельбы. Господи Иисусе, что же это за крыса-то? Карбой в поле зрения. Придумай что-то, чтобы остановить его. Я подключаю тебя к их каналу связи. Конвой Коннорс, какая обстановка? Прием! У нас все окей. Путь чист. Кейт. Кейт. Фейт? Тише. Фейти, я не верю, что ты сделала все это. Я кое-чем тебе обязана, Кейт. Вот, возьми. Это Мерк, он друг. Он выведет тебя отсюда. А я пока отвлеку копов. Я обязательно вернусь к тебе, хорошо? О, боже. Мерк. Я не мог остановить всех их. Они забрали Кейт. Но я пришил нескольких ублюдков. Куда они ушли? Слышал, как они упомянули Шард. Башня мэра? Да. Черт, Мерк, я позову на помощь доктора. Это не поможет.
Мне жаль, Мерк. Мне жаль. Нет, не надо сопли. Только не позволим победить. Обещаю, Мерк. Я обещаю. Спасибо, детка. Охранная фирма «Пиранделла Крюгер» получила разрешение вести дополнительные силы безопасности для поиска Кейт Коннорс. Предположительно, ей помогала вторая преступница, замеченная на месте убийства Коупа. Хорошая работа. Обыскать ее. Меня тоже пристрелишь? Нет. Пока что ты единственная надежда, Кейт. Разве это были не твои парни? Нет, это ПК, Пиранделла Крюгер. Частная охрана. Что происходит, Миллер? Насчет Поупа. Выходит, у них был свой человек. Роуберт? Да. Ты была права на его счет. Я пытался найти ответы сам. Но почему Кейт? Им нужен был козел отпущения на роль убийцы Поупа. Нет времени объяснять. Возьми одну из этих раций и беги на крышу. Там они держат Кейт. Я свяжусь с тобой, когда будет безопасно. Я задержу их. На крышу! Скорее! Сейчас! А вот и она! Марк!
Добро пожаловать в США. Построенная в 2012 году знаменитым архитектором Джейси Томасом. Это здание насчитывает более 100 этажей и жилых, и коммерческих помещений, в том числе и офис мэра Кавагана. Шарда открывается один из самых живописных видов на город. Помните, фотографировать этажей от 90 по 110 строго запрещено. Однако в нашем сувенирном магазине вы найдете прекрасные снимки городской панорамы, равно как и брелоки, футболки, а также легкие обезжиренные закуски и прохладительные напитки. Приказываю бросить оружие и оставаться на месте. Вы арестованы и предстанете перед судом. Спасибо за то, что вы не мешали. Желаем вам безопасного и продуктивного дня. Фейт, ты меня слышишь? Я в комнате охраны. Вижу тебя на камеры безопасности. Уходи из них. Я слышал, как они сказали, что ты в шахте лифта. Где-то тут должен быть вход в вентиляционную систему, а нам... Эту часть охраняет команда снайперов. Пробраться внутрь можно только с другой стороны. Осторожнее, Фейд.
высылают подкрепление. Пошли, пошли! Атакую цель. Удалось открыть его. Поднимайся в серверную комнату, оттуда ты попадешь на самый верх, где держит Кейт. Черт, двери на крышу заперты. Раскурочите серверы. Скачок напряжения даст тебе достаточно времени, чтобы открыть дверь. Система, через которую ведется слежка за всем городом, перед твоим носом, Кейт. Черт! Похоже, они отвели Кейт на крышу. Туда уже приближается вертолет. Ты должен поспешить. Что там? Миллер! Ты не можешь! Ты же в курсе, как все обстоит. Можешь догадаться и о моей роли. Кто теперь всем заправляет? Скажем так, я знаю, кто самая крупная рыба. Каллаган. Почему мы? Мы никому не угрожали. Стандартный военный прием. Сначала перебить линии коммуникации, убить посланника. Без полпа и без бегущих ваши клиенты. Те, кто так держится за старый город, будут отрезаны. Уязвимы. И тогда город сможет очиститься от последних отбросов. Значит, это только начало. Хотя ты все равно проделала отличную работу. Вытащив на свет дружков полных. Уже мертвых.
Вот почему ты все еще жива. Нельзя прожить всю жизнь на грани, Фейт. Рано или поздно приходится прыгать.